Чем опасны для людей бездомные животные, и надо ли их отлавливать и усыплять? Или, возможно, более гуманное решение проблемы? Мнение горожан узнала наша съемочная группа. Нужно какой-то приют для них создавать, чтобы как-то о них там, кто-то о них заботился. В питомники отправлять обязательно и стерилизовать. Отлавливать и сдавать в приюты. Уничтожать, конечно, не у каждого рука подымется. Однозначно отстреливать. У нас эта служба вообще не работает по отлову бродячих собак. Изолировать. От общества. Если бешеный, то да, усыплять. Ну, не убивать же их. Надо подкармливать, наверное, как. С ними что-то делать, это вообще безбожно, конечно. Жалко их мне невероятно. Ну, подкармливать, может, по мере возможности. Пристраивать. А что еще можно сделать? Искать им дом. Не нужно их отстреливать, не нужно их отравлять. Это и низко, и не по-человечески. Конечно, уничтожать их ни в коем случае нельзя. Считаю, надо строить для них приюты и желательно стерилизовать.